Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 52 года, у меня 6 детей, я заболела, у меня очень болели ноги, у меня текла лимфа, у меня гноились ноги, у меня все руки были обсыпаны грибами. Сегодня у меня 25-й день голодания. У меня сегодня сухое голодание, то есть я даже не пью воду. Завтра у меня будет мокрое голодание. Я буду завтра целый день пить воду и заедать ее щепоткой соли. Это мне дало, что я за эти 25 дней, у меня затянулись раны, начали затягиваться ноги, эти вот лимфоузлы прекратили, ну не то, что не прекратили течь, конечно, но они текут, чуть-чуть текут из лимфы. У меня нет такого, что я лезла на стенку. У меня были дикие боли. Я 2 года из квартиры вообще не выходила. Просто физически не могла выйти. За эти 25 дней, как я голодаю, я похудела. Я приобрела человеческий более-менее вид. У меня прекратились чесаться руки. У меня ушли грибы на руках. Я чувствую себя хорошо. У меня... Посмотрите, пожалуйста, на мои ножки. У меня ноги не отекшие, не опухшие. А то были такие вот... Кошмар какой-то. Я даже в ботинки не могла залезть. Ранки затягиваются. У меня был вообще кошмар. От меня пахло. От меня... То есть вы не представляете, что это было. Как я только начала лечиться, у меня началось все приходить в норму. Я попала к Серафиме. И под ее руководством вот я голодаю. Я не только голодаю, я принимаю вот препараты, я никакие не принимаю. Я мажу ноги только вот виватоном. Алоэ вера сбрызгиваю спину от грибов, от руки, спину, лицо, в общем, все это. От грибов все. Подсушиваю я ноги, вот эти свои ранки, единолом. Чувствую я себя очень хорошо. Большое спасибо Серафиме, что она меня хотя бы взяла, мне справила. Справила не только лечение назначила, мне справила мне мозги, что нельзя себя так запускать. Потому что у меня дети, я детям нужна. Надеюсь, что у меня будет все хорошо. До свидания.